предстоящие выходные в Урае пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 22 июня в субботу в полдень пройдет торжественный митинг «Нам жить и помнить» с участием творческих коллективов города, ветеранов и тружеников тыла. Возложение цветов будет возможно в течение всего дня. Весь день субботы у культурно-исторического центра будет работать передвижная выставка «Свои герои». На ней представлены портреты урайцев, принявших участие в локальных конфликтах. В воскресенье с 16 часов детей ждут на развлекательно-познавательной программе «Мы помним этот день». Через викторины, игры и квесты ребята узнают немного больше о той странице истории, которая навсегда останется в сердцах современников. 22 июня городская библиотека по Каче приглашает детей и их родителей на летнюю площадку «Читайте с пеленок». С 14 до 16 часов малыши будут играть, знакомиться с книгами, рисовать на асфальте. А инструкторы спорткомплекса «Звездный» проведут с ребятами беседу на тему «На воде и у воды». Встречи назначены на 16 часов у 1 и 4 школ. А в Когалыме в субботу и воскресенье пройдет турнир по пляжному волейболу. Помимо местных спортсменов участвуют коллективы из Покачей, Мегиона, Сургута и Нижневартовска. Начало 22 июня в 11 часов. В этот же день в сквере фестивальный с 16 до 18 часов движение на опережение. В программе викторины, веселые старты, спортивные игры. В культурно-выставочном центре Русского музея в Когалыме выставка из собрания Государственного русского музея под крышей дома своего. Вас ждут в субботу и воскресенье по адресу Югорская, 30, с 10 до 19 часов. В Лангепасе все начнется в субботу с памятных мероприятий. В сквере памяти в субботу пройдет памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». Приглашаем горожан присоединиться к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. В библиотечно-информационном центре в этот день можно посетить книжные выставки «41-й завещано помнить» и «Завтра была война». В 16:30 там пройдет творческая мастерская. В рамках выходного дня в парке «Бегемот» в субботу в 2 часа дня игровая программа. В 6 вечера мини-диско для маленьких жителей города. А в воскресенье 23 июня музейно-выставочный центр приглашает на семейный праздник «Лукоморье» в 13:00. Алина Нощенко при содействии коллег. События.